Ревность вообще воспринимается как такое половое чувство, да? Хотя ревность может быть и такая социальная. Если мы говорим про наши базовые инстинкты, это инстинкт самосохранения группы или иерархический инстинкт, и половой инстинкт. И ревность это, конечно, штука по половому инстинкту, но она может быть и по иерархическому. Ну, значит, во-первых, давайте просто про биологию ревности. Она имеет, в общем, биологическую природу, потому что это чувство, содержащее в себе две базовые эмоции – страх и агрессию. Эти две базовые эмоции, которые производятся миндалевидными телами, такими две маленькие шишечки вот внутри нашей головы, которые способны заставить человека совершать всякие разные как это, решения, которыми тараканы в моей голове аплодировали стоя.